Привет вам! Сегодня 19 марта. У нас солнечно. Плюсик. Тут вот моя гортензия еще надо закидать. Просыпается. Ну, снега прилично. Бабушка, там как? Снега много? Висит он. Дядя Вася повесил куколку. Вот чудо-юдо. В общем, пока заборчик прикрыт. Тут вот у меня мамина розочка спрятана. Яблонька голенькая, ирга, тут вот жимолость, красная смородина, ну все вроде пока прикрыто. Сейчас посмотрим, хотела снег тут поразбивать, это вот возле дома, здесь нападало почти метр снега, он даже это поломало крышу. Мы тут, конечно, ходим до туалета. Вот тут гортензия прикрыта. Эту вот розу мою надо бы закидать. Там вот уже видно. Ну, так с крыши снег нападал. И вот такую гору сделала. Там даже не подойти. А малина голая и смородина. Вот здесь вот смородинка еще тоже прикрыта. В общем, бочка. Дальше вот там вот туалет. Наш гараж, который надо этот снести, чтобы хоть душ нормально сделать. Дед Юрина тепличка. Яблонька. Тут вот еще Антоновка. Сосны все загораживают. Ну, тут родственники обили свою эту беседку. Вот, так что и вон соседи выстроили целую домину.